пассажирский самолет «Бройлер 747» терпит крушение над водами Атлантического океана в течение 325 серий. Экипаж лайнера отважно борется за спасение жизни пассажиров. Действующие лица. Неунывающий и мужественный командор. Изобретательный и находчивый второй пилот Дринкинс. Симпатичная и невозмутимая стюардесса. Хладнокровный и обаятельный радист Морзе, а также несравненная мисс Мурпл в роли мисс Бурпл. В сериале «Крутое пике».